70, это школа. Полетела слюня. Это школа поцелую. Переиграл. Это школа поцелую девушки Матура. И сегодня мы говорим с вами на тему, как сделать так, чтобы парень обратил на тебя внимание. Маталин, как ты... Ты, наверное, одела носки, купила точно такие же, как у меня, просто чтобы я обратила на тебя, да, наконец-то, внимание. Да, да, посмотрите, ребята, у нас с Димой... Нет, некоторые... нет, нет! Девочки, в общем, есть вещи такие, которые работают. Вот ты можешь его шокировать, например, прочитать ему стих. Ну, не в плане прочитать ему стих, типа «У лукоморья дуб зеленый», а в смысле блеснуть умом. То есть, да, если мальчик умный, то он поймет, что ты умная, да, блесни. Сейчас я не буду этого делать. А что такое? Функция временно отключена? Нет, все, нет, я уже тут закончила школу. Так ты еще и старая. Вот, так что можете прочитать, да, ему какой-то стишок, и мальчик, если умный, он поймет, что как бы ты умная, и это его шокирует, потому что на данный момент в нашем мире очень мало умных девушек. Ты не согласен? Вообще, очень мало, да, умных людей, в принципе. И людей, но девушек так тем более. Если умирает человек, с ним умирает первый его снег, и первый поцелуй, и первый бой. Все это забирает он с собой. Да, остаются книги и мосты, машины и художников холсты. Да, многому остаться суждено. Но что-то ведь уходит все равно. Второе, это нужно принять какую-то интересную позу. В плане, ну, в смысле, одеть, например, каблуки, да, то есть, чтобы твои ноги были стройные, это его привлечет. Ты знаешь, когда ты видел по телевизору, если у тебя ультракороткие ноги, совет приседать. А не вытягивать. Нет, ну, мы привлекаем парня, значит, мы должны как-то классно одеться, одеться обязательно каблуки, и как-то интересно стать, он по-любому на тебя обратит внимание. А также ты можешь как-то вот в этих же каблуках пройти мимо него и, ну, может, улыбнуться ему как-то, не знаю, позаигрывать взглядами, и, ну, не знаю, либо он подумает, что ты немножко странненькая, либо он действительно, ну, зато он обратит на тебя внимание. Вот, что, например, Дима, у тебя были какие-то такие, как бы, ну... Я внимательно тебя слушаю. У тебя были девушки, которые на тебя пытались обратить внимание? Твое внимание. Миллион женщин пытались обратить мое внимание. Да, на нее. Ну вот ты? Нет, это не то, что ты думаешь. Я не о волосах сейчас. Вы знаете, кстати, как зачастую, может, кто-то смотрел сериал «Друзья», как девушки обращали на себя внимание? Девушка брала и просто сводила руки вот так вот. Покажи пример. Не буду я показывать. Хорошо. Пример. Мне кажется, чтобы обратить внимание, нужно быть не такой, как все. Но это чтобы обратить мое внимание. Либо нужно быть очень классной фифой, которая просто нравится всем, либо быть реально какой-то незаурядной, какой-то прикольной личностью, которая чем-то отличается от всех. И тогда парень точно заметит. Mm-hmm. Обязательно. Можно волосы покрасить? Вот я сразу. Можно покрасить волосы. Вы вообще-то сразу не обратили внимания. Я потом в объектив увидел. Ну, сейчас, кстати, очень сложно. Сейчас все красят волосы, так что это тоже, кстати, уже сейчас не вариант, так что. Ну, цветные брови. Цветные брови, о, да, какой-то интересный макияж. Может, брови где-то... вообще болезненная тема, столько комментов получили. Алина пила противозачаточные, чтобы брови сперматозоида ушли. Ребята, спасибо. Вот эти что-нибудь добровей, да? В общем, девчонки, я думаю, вам были полезны наши советы. Кстати, давай подобьем. Самое главное, это... Блин, у меня просто палец заклеил. Итак, в общем, девчоночки, подруженьки мои, будьте всегда привлекательны, не будьте прям вообще какими-то супер нереальными снежными королевами, просто фраза с интернета. Дайте мальчику все равно как-то посмотрите на него, чтобы он словил ваш взгляд. Если он проявит инициативу, улыбнитесь ему, подыграйте ему,
и все в ваших руках. Да. Вот я знаю еще один крутой способ привлечь внимание парня – это сексуальная одежда. Нет, это что, сексуальная одежда? Смысла нет одевать вообще, потому что, мне кажется, это будет сильно вульгарно. И, типа, ты этим парнем не привлечешь, он подумает, что ты какая-то, ну, типа, ну, ну, ты понял. Ну, я тебя понял, да. Ты думаешь, нужно сексуальную одежду носить? Да. В общем, короче, давай спросим у наших подписчиков. Напишите в комментариях, какую одежду лучше носить, сексуальную или не сексуальную, какая парня больше привлекает. И обязательно пишите в комментариях, мы посмотрим, кто из нас прав. А еще, ребята, ставьте лайки, ставьте побольше лайков. Смотрите, вот давайте договоримся так. Если вы поставите 2000 лайков на это видео, тогда Дима покрасится в зеленый цвет. Вот я, честно, вам обещаю. И Дима, вы тоже... А я не обещаю. Дима, обещаю. Серьезно. Вот, ребят, ставьте лайки. 2000 лайков. И будет, Дима, зеленый. Боже, как ты меня дешево продаешь? За 2000 лайков? Ну, хотя бы за 2000. Потом, смотрите, ребят... Если давай хотя бы 2300 лайков. Ну, давайте 2000. Давайте остановимся на 2000, окей? 2000 и Дима зеленые волосы. С вами был канал Девочки. 2000? А если 2300, то еще и подмышки зеленые. О, это уже интересно. Вот, ребят, все в ваших руках. У оператора. Все в ваших руках, ребята. С вами был канал Девушки Мотора. Мы вас очень любим. Пишите комментарии, ставьте лайки. 2000. Всем пока. Нет.